подключаемся к базе данных, находим тех, кто должен сделать заказ или воспользоваться вашей услугой, и начинаем догонять его в соцсетях и на рекламных площадках. Сейчас, чтобы обычно, чтобы запустить рекламную кампанию, нужно как минимум 3 человека. Это руководитель проекта, аналитик и SMM-менеджер. Что они делают? Они выгружают данные в Excel-таблицу, запускают на 5 рекламных площадках рекламные объявления. Вот. Далее выгружает все в сводную таблицу для подсчета результатов. А мы же это все упростили, автоматизировали в нашей системе. На данный момент мы полноценно интегрировались с самым крупным вендором кассового ПО на рынке, это Айка, с его прямым конкурентом Poster и сам ЦРФ. Вот. Также мы интегрировались со всеми рекламными площадками ВКонтакте, Facebook, Instagram и Яндекс, что позволяет довольно легко и быстро в несколько кликов запустить полноценную рекламную кампанию. Вот. Мы умеем автоматически показывать персонализированные рекламные объявления в зависимости от предпочтений, суммы чека и дохода пользователя, что, естественно, повышает конверсию и возврат клиентов. Сейчас мы работаем с ресторанами и доставками, запустили порядка 60 компаний, но мы точно знаем, что наш продукт может решить проблему не только в фудтех-сегменте. Вот. Мы договорились на пилот с Kiwi по одному из их направлений, также ведем переговоры с одной крупной страховой компанией. У меня все. Спасибо за внимание.